Друзья, всем привет! Я Fix Price на Дальневосточном 57. Это город Санкт-Петербург. Давайте посмотрим новинки. Много интересненького нашла. Приятного просмотра. Друзья, смотрите, какие штучки появились. Как маленькие формочки для кексиков. Написано емкость для соли. 30 мл, 5,5 см. Совсем крошечные. 29,50 стоит. Кружки с деревянными ручками из новой коллекции. 330 мл. Так, сколько стоит, непонятно, друзья. Не вижу, 199, возможно, стоит. Вот эти вот тоже недавно привезли, такие рельефные. 99, видимо, по цене. Давайте посмотрим, что еще. О, друзья, тут еще стаканы есть. Уже давно их не видела. Толстое стекло такое, перламутровое, радужное. Так, посмотрим, сколько у них объем. Не помню уже, сколько они стоили. 410 мл, вот 83 рубля они стоят. Очень красивые они. И тут еще много, возможно, их снова довезли. Термобокалы на 310 мл, сейчас по акции 116 рублей стоит. Даже без карты, просто вот красный ценник. А вот такие есть термобокалы на пробковой поставочке, 199 рублей. Органайзеры для холодильника здесь также есть. Вот они такие вот прямоугольные. Есть на 3 отделения, на 2 отделения. 79, 124 и 87 рублей стоит. Много банок для сыпучих здесь, видимо, снова привезли. Смотрите, маленький объем и большой с пробковыми крышками. Литр 800, 249 и на литр 200 рублей стоит. Набор банок на подставке 399. Вот они, маленькие органайзеры для холодильника. Также есть 49,50. Джемницы 50 рублей со скидочкой. Вот это вот салатники, не видела таких, 300 мл, 49,50. И разный рисунок у него, видите, есть полоски, есть вот такие вот, как соты. Толстое стекло, 49,50. Корзинки очень хвалят, кстати, друзья, прям по несколько штук вы пишете, покупаете. И для дачи, например, для организации, какие-то овощи собрать, донести до дома. Очень хорошие корзинки, покрывают маслом, чтобы ручка дольше была, дольше выдерживала, не портилась. Хорошие корзинки, по 249 рублей они. Здесь вот их много еще. Доски разделочные по 149 рублей, круглые и прямоугольные, не деревянные. Похожи на бамбук, но в описании пишут, что дерево. Вот они есть круглые и прямоугольные, 149 рублей. А вот эти вот для подачи доски из сланца, сервировочные, 40 на 15. Стильное решение для подачи канапе, сырной нарезки, выпечки и роллов, других закусок и отличный подарок. 199 рублей стоит. А вот эти корзинки по 249 тоже хорошие. Этажерки двухъярусные. Вот это тоже недавно новинка. Привезли, отличное решение для эффектной сервировки. Очень аккуратненько доставала вам, собирала, показывала. Опаловое стекло и дерево в составе. Это вот последняя коллекция Loft. Стоит 349 рублей. Набор баночек для специй с магнитным дном. Разные отверстия. Там есть одно большое, есть маленькие несколько отверстий. И они на магните, на холодильник можно, например, прицепить. 199 рублей такой наборчик. Новые губки привезли. Они выглядят мягкими, на самом деле они прям жесткие такие. То есть даже вот их не промять. Какая-то новая технология. Есть тут инструкция, можно навести на QR-код. Попробуйте. Две штучки. Так, и что тут написано? Поролон. Написано, что поролон изготовлен по новой технологии для бережной очистки сильных загрязнений. Возможно, при контакте с водой они станут мягкими, но пока что вот они прям жесткие такие. 79 рублей стоят. Есть они там разного цвета. Желто-зеленые, другие расцветочки. Вот смотрите, желтый с оранжевым, розовые есть. Что-то новенькое, интересное. Кто брал уже, пишите отзывы. Вот эти вот недавно привезли, 3-4 штуки в упаковке. Тоже такие скрабирующие. 13 на 9 размер, 79 рублей. Кстати, вот эти вот опять привезли. Капучино, латте. За ними гонялись, я знаю. Они стильно выглядят, так красиво. 5 штук упаковки. 59 рублей стоит. Друзья, опять привезли силиконовые щеточки. В этот раз вот такие вот кошечки приехали. Смотрите, они разного цвета. Вот эти вот пупырышки с обеих сторон. Кстати, можно класть в стиральную машину, чтобы всякую мухню собирала там вот эта вот губка. 59 рублей стоит. Есть рыжие, есть коричневые, все кошечки. А еще там вот
зеленые, темно-зеленые. Так, вот такая губка-варежка хозяйственная. Что-то интересное. Смотрите, губка с одной стороны, с другой стороны резиновая варежка. Поролон полиэстер латекс в составе. Толстенькая. Там есть мягкий поролончик и такая скрабирующая часть. С губкой-варежкой мытье посуды и уборка станут более удобными и простыми. Губка бережно очистит поверхности, а резиновая перчатка защитит ваши руки от воды. Одна пара многоразовые эффективно очищает. Они желтые. Так, наверное, другие расцветки, много их тут. 199 рублей стоит. Вот такие щеточки привезли для сильных загрязнений. Это они на зубную щетку похожи, но тут зубчики металлические. Благодаря разной жесткости отлично подходят для очищения металлических поверхностей, кафеля, бытовой техники. 3 штуки. Полипропилен, медная проволока, нержавеющая сталь, нейлон в составе. 55 рублей стоит. Смотрите, что-то космическое привезли. Такая вот интересная насадка на душ. Лейка. Давайте посмотрим. Насадка с фильтром. 5 режимов. Фильтр, кнопка остановки воды. Смотрите, поближе вам покажу. 5 режимов. Кнопка остановки воды. Фильтр. По составу АБС, полипропилен, полипропиленовое волокно. И все. Большая достаточно, пластмассовая. Вот кнопочка видно тут. Такая вот интересная штучка. Насадки такие по 199 рублей. Шторки для ванной. Новые, новые расцветки с колечками. 180 на 180. Это полиэстер и полипропилен. Видите, с рисунками. Какие-то ракушки нарисованы. Вот еще есть черно-белые. Перышки какие-то или листики. И цветные. 299 рублей. Новые полотенчики вафельные, тоненькие. Размер 40 на 60, хлопок 100%. Есть вот такой вот цвет на бежевом, коричневые рисуночки. Есть зеленые полотенца, оранжевые. И цена 79 рублей. Также есть полотенчики для кухни с цветами. По 99 в клеточку, смотрите, серый и розовый тут еще есть, тоже по 99. Очень хороший магазин, сейчас тут порядок. Смотрите, какой выбор огромный. Сколько полотенец. Потом вот сверху разные тазы, складные, овальные, 10 литров, 349, ведра есть. Хозяйственные ящики всевозможные, 300 рублей, 400 рублей. Вот они сверху все. Шторки новые, такие жалюзи гармошкой, они складываются на размер 60 на 160. Это не тканый материал, полиэстер, дерево. В этот раз они с веревочкой посередине. Вот так вот можно их поднимать, фиксировать на самоклеящейся они основе. Лента-липучка 60 на 160. Есть белые, серые. Цвет есть белый, есть серый. Можно их обрезать под себя. И в этот раз они поудобнее, конечно, за счет вот этой веревочки. То есть не такие прищепки, как раньше были, а, видите, утягиваете и фиксируете при помощи веревочки. Мне кажется, это поудобнее будет. Цвет белый-серый. Цена 249 рублей. Также здесь есть еще рулонные шторы. Есть голубые, серые, бежевые, белые. 299 и 399 они. Большие корзинки из ротанга. У нас не было цены. 399 рублей. Вот они бежевые, коричневые, размер М. В этот раз большие они прямо приехали. Вот такие вот, толстый пластик. 399. Капсулы от Лоска. Ароматерапия. Тут 12 капсул. Эффект свежести. Малазийский цветок. Аромат. Такие вот они красивые в коробочках. 199 рублей стоят. Смотрите, также есть капсулы Smart Fox, сорти арома, магнолия тоже. 160 рублей Fox, кстати, стоит, а сорти 149. А вот эти вот 149, 199 рублей. Вот такие капсулы сейчас вообще со скидкой по карте. Всего 106 рублей, 10 штучек тут. Крем для защиты от солнца для самых маленьких. Для чувствительной кожи 45+ защита. Водостойкий, депантенол, экстракт ромашки. 150 мл, 149 рублей. Новые кепки тут и для мальчиков, и для девочек с динозавриками. Так, для мальчиков, смотрю, с динозавриками, с мишками.
А вот для девочек тоже динозаврик, но вот такой на розовом фоне. Можно утянуть тут по размеру от 4 до 8 лет. Белые, бежевые, зеленые, в общем, всевозможные расцветки, 249 рублей. И вот эти панамки тут есть с акулами по 249. Носочки новые, смотрите, какие красивые. С собаками, коротенькие, как раз на лето, 35-39. Сердечками, с мороженым, красота. В общем, все разные, разноцветные, яркие, 79 рублей. Книжечки новые появились, вот такие. Это волшебные сказки русских классиков. Это, видимо, к лету детям. Да, вот школьная программа по чтению. Они такие мягкие, крупный шрифт, например, вот здесь для начальной школы. В серии также, смотрите, сколько разных книг, сколько авторов. Ну и тут вот много их, видимо, только-только завезли. У нас я их и не видела. Руслан и Людмила. Так, что тут еще? Волшебные сказки классиков. Адоевский. Записки охотника, поэты классики. 99 рублей стоит. Чехов, Мамин сибиряк. Все, что нужно, в общем, друзья. Чука Гек, рассказы. Друзья, смотрите, какие куколки новые приехали. В каких нарядах смешных, в шапочках. Очень симпатичные. Куколка Ксюша, например. Есть Алина в платьице. Наверное, они разные бывают. Так, для детей старше 3 лет. Не написано, гнутся ли у нее ножки, ручки, но, наверное, да. Вот я вижу вот эти вот кисти и стопы там вроде бы на шарнирах. Куколок нашла только таких, возможно, другие еще будут виды. 199 рублей стоит. Игрушка «Водный лабиринт». Знаете, такая вот, нажимаете, и нужно забрасывать колечки на колышки. Собери как можно больше колечек. С 3 лет они разные. Знаете, какие бывают. Ищите в своих магазинах, тут и крокодильчики, и вертолеты, и ракеты, дракончики, паровозики. 99 рублей всего стоит. Вот этих, по-моему, опять подвезли. Соревнуйся с друзьями, зверюшка-стрелялка. Поместите мячик в игрушку, прицельтесь, сожмите в руке. Мячик стремительно вылетит из нее. 174,50. Вот еще новинка в игрушках. Игровой набор «Кольцеброс». Ставите колышки, кидаете колечки. С 3 лет можно играть. Увлекательная игра для всей семьи. 299 рублей. Они тут разноцветные. Как раз для дачи. Смотрите, вот так вот выглядит наборчик. Маленький кулинар. Тут и кастрюльки, ковшики. Дуршлаг есть, терка, разные приборы, ножи, доска разделочная. Так, они разного цвета. Там вот есть синенькие. 199 рублей стоят. Друзья, на этом заканчиваю свой обзор. Пока что все новинки. Спасибо вам за просмотр, за внимание. Всем веселых выходных, всего отличного и пока-пока.